В честь окончания университета мама мне подарила очень много всего, как и бабушка. Но мама подарила великую вещь, и это набор, вероятно, правильно, нитпро, потому что нитинг. Я в восторге. Я такой красоты, я не даже мечтать не могла, и вот она у меня в руках. Вот эти спицы, они очень приятные на ощупь. У меня мои старые. Во-первых, сравните. Ну вот что выглядит респектабельнее? Вот так выглядят те спицы, которыми я вязала все это время. И вот эти, они чисто металлические, и очень часто нитка плохо по ним скользит. А вот эти как будто бы должны быть гораздо-гораздо лучше. Ну и плюс здесь очень хорошая фирма. Вы сравните. Сразу чувствуется. В планах сейчас тестировать эти новые спицы. Что мне еще нравится очень, кстати. Теперь у меня есть очень большие спицы. 12 миллиметров. Это очень круто, потому что у меня не было таких больших спиц. Мой максимум был, по-моему, 7 или 6. Очень хочется делать какие-то более свободные, более артхаусные вещи. В общем, я очень рада. Планирую в ближайшее время вязать шарф. Потому что очень давно хочу шарф. А раз хочу, значит, сделаю. Вот такая вот история. Появился еще раньше, в 2008 году, только через год уже добрался до нас в 2009. И одновременно с этим, несмотря на то, что машина уже существует давно, до сих пор непонятно, это что вообще за автомобиль, потому что это какой-то недокроссовер, перехэтчбэк, это вот что-то где-то между классом. Сами разбирайтесь, что это такое. Если попытаться разобраться и сравнить вот, ну, типа, с ближайшим кроссовером, который существует в нашем рынке, с Кретой, то эта машина чуть покороче, но при этом чуть пошире. И клиренс у нее на 1 сантиметр меньше. На эти спицы не только смотреть приятно, но и вязать ими приятнее гораздо. Очень нравится. Вот хорошо, когда люди дарят подарки с душой, с каким-то трепетом, с вниманием. Потому что такие подарки потом и используются дольше гораздо. Ты выспался хотя бы? Я не выспалась. Но зато я голову помыла. Впервые за неделю. Успешно же? Я молодец, как ты считаешь? Или я тебе нравлюсь любой? Да, Бусь, ты единственный мужчина, которому я нравлюсь любой? Да? Ты мне тоже нравишься любым. Да, вот она ты. Заказала себе наконец-то позитивный тайм-менеджмент. Я больше не могу, я не справляюсь. Дай бог, эта книга мне поможет. Что может эта книга? Всегда ли четко распланированная жизнь приносит счастье? Это независимое явление или две стороны одной медали? Как же все-таки быть счастливым?
Очень давно, если честно, хотела почитать хотя бы какую-то книгу из вот этой серии альпиновской. И, наконец-то, нашла эту книгу на FlowWow, еще и с быстрой доставкой. Храни Господь FlowWow. FlowWow — это маркетплейс, на котором можно заказать цветы, подарки, десерты, живые растения, книги, косметику для себя и своих близких с быстрой доставкой в 1000 городах по всему миру. Более того, вы можете заказывать не только для себя какие-то товары, но и, например, заказать подарок подруге, которая в другом городе, либо же сделать сюрприз кому-то в своем городе, либо же просто заказать себе, вот как я сейчас, книгу, просто чтобы почитать. Круто, что на FlowWow можно связаться во встроенном чате с продавцом и обсудить детали заказа. А еще магазин высылает фото товара перед отправкой на согласование. В общем, ты можешь быть уверен, что товар, во-первых, придет, во-вторых, будет в отличном состоянии. А система рейтингов и база отзывов помогут выбрать надежного исполнителя. Для любителей все держать под рукой, у FlowWow есть приложение, через которое я, в общем-то, и заказала вот эту книженцию. Ссылку на приложение я оставлю в описании. А по моему промокоду «Привет, Полина» вы получите скидку 10% на ваш заказ. Промокод действует до конца октября. Поторопитесь. Последняя неделя у меня какая-то максимально неспешная, даже я бы сказала ленивая и апатичная. Возможно, из-за того, что на улице серость, грусть и холод. И я совершенно не хочу никуда ехать. Я вам больше скажу, я завтра, у меня там забронирован столик, я хотела устроить себе свидание с самой собой. Но честно, я не хочу никуда ехать. Я прекрасно свижусь с самой собой завтра, на том же месте, в тот же час, что называется, в своей квартирке, без всяких там поездок на трамваях, потом на метро, потом еще пешочком. Нет. Знаете, в чем минус вязания вот такой тонкой нитью? Вот это все, что я связала за вчерашний вечер и сегодняшнее утро. Ну вообще, ладно, справедливости ради, я в восторге от этих спиц. Они очень удобные, и они в разы удобнее, чем предыдущие спицы. Как-то на ощупь вообще они обработаны лучше. На самом деле, они всем лучше. Смотрите, как красиво. Что-то весь день сегодня ничего не ела, даже кофе не попила почему-то. Не знаю почему, что-то мне настроения не было. Это мой фалафель. Не фалафель на тарелке, а шварма на тарелке. От того, что я не помню, когда я в последний раз нормально ела, дня 3 назад. Пойдет. О, какая красота сразу. Картошка могла быть в разы лучше, но а что вы с другой стороны хотите? Она замороженная уже была. Курица вкусная, как будто бы даже свежая. Морковка, респект. Помидоры, как обычно, говно. Вот хумус прям изи-хумусовский. Да, хумус огонь.
хумус бодрый. 3,5 из 5. Диме, этот фильм идеален. Не будем никакие фильмы в конце рекомендовать. Это вообще, это один из лучших фильмов, которые мы видели. В мире существует сколько-то там фильмов, которые настолько плохо, что прям хорошо. Да. И ты выбрал один из лучших, как будто, таких фильмов. Скажи фильм. А, фильм называется «365 дней». Это просто бенгер. И меня еще так рассмешило, когда я такой, так. Но я, конечно же, не просто выбрать фильм, который ты хочешь говорить. У меня, ты видел, я себе несколько прислал, думаю, может этот. Но потом я четко осознал, это было такое, знаешь, прозрение, такое, вот что я должен понести. И еще я готовился же, типа, просто заново ответить. Я такой, Порше, Таймон, он такой, а сколько вообще дней? Я такой, ну столько-то. Он такой, бля, можешь газануть? Я такой, в смысле? Он такой, ну вот отсюда, с места, и прям туда, блядь, давай, ебашь, типа, там камер нет, не переживай. Типа, я такой, так опасно. Я возвращаюсь обратно в Россию, но через другую границу уже, которая уже нормально выглядит, там уже 2 шлагбаума, там паспорт, режим, типа, все, как бы нормально. И меня тетка проверяет паспорт, там кто-то куда-то вбивает меня в базу данных, я такой, а мне как штраф оплатить? На какой штраф? Поработали и хватит. Сегодня встречаемся с Аленой, у нас будет творческий вечер. Потом надо будет переодеться, пойти выпить вина, пофотографироваться, потому что я купила себе очень красивое платье, хочу в нем сфотографироваться. Поэтому надо будет собраться, сфотографироваться и просто хорошо провести время. Кстати, по поводу творческих вечеров, вообще великая идея, которая у нас появилась с Аленой когда-то. Ну, точнее, она изначально была у Алены, а я присоединилась в какой-то момент. Всем рекомендую. Мы выбираем тему, что мы делаем. Например, сегодня у нас кастом одежды, но я слегонца в своем репертуаре, поэтому все будут рисовать на одежде, а я буду вязать, потому что я очень люблю вязать, а кастомить мне нечего. Вообще, мне очень нравится устраивать с Аленой такие вечера. У нас бывают просто разговорные вечера, когда мы просто садимся, начинаем разгонять все, что происходит в нашей жизни, все, что нас волнует, или какие-то идеи, которые к нам в голову пришли. И мы такие, так, а если взглянуть на это со стороны психологии, почему мы это делаем? И это получается очень прикольно и очень интересно. Естественно, самый важный аспект таких вечеров — это хороший собеседник, потому что даже если это творческий вечер, даже если это разговорный вечер, даже если это какой-то условно-камерный книжный клуб, все равно все зависит от собеседника. Если вот вы нашли такого человека, с которым вам реально комфортно творить или даже работать, вообще чем угодно заниматься, пробуйте вот такие активности, потому что они гораздо круче, чем, например, бездумно ходить по городу. Можно гулять по городу, это другое. А если вы бездумно просто проводите время вместе, это как будто бы не очень прикольно. Можно делать вместе что-то полезное. И это в разы круче, чем просто что-то поделать. Типа, давай встретимся, не знаю зачем, просто так. И съезжаем, начнем в положении лежа на коврике. Очень непривычное положение. Обычно там заканчиваем. А мы с вами отсюда начнем. Потянитесь, вытянитесь хорошенько. Потяните больше правое колено к себе. И чуть-чуть мы с контролем пока сделаем такие движения. Это еще пока не работа на пресс, хотя пресс уже автоматически включается. Контролируемых подъемов и опусканий. Вверх, вниз. Вверх. Приятное растяжение. Замечательно. О, хорошо. Ставим с вами ритм. Если вы знаете, что вы все можете делать, поднимайте. Отлично. А сейчас интенсивно мы сделаем все наоборот. Поставьте левую ногу, к себе притяните все, вытолкните. К себе вытолкнули еще 8,
тем, как я снова уйду из дома гулять с Аленой, я хочу показать вам вот такую коробочку. На ней написано «брелки и цветочки», и я думаю, вы уже понимаете, что это. Я уже периодически говорила, что я готовлю осеннюю коллекцию вязаных штук. Это то, что будет в коллекции. Делюсь. Здесь 5 брелков. Они все выполнены в разных цветах. Вот такой первый. Он на круглом карабине. Он достаточно объемный за счет вязки. Далее есть в другом цвете, тоже на круглом карабине, вот такой розовый с кирпичным. Еще тоже для тех, кому понравился кирпичный, тоже на круглом карабине с добавлением бежевого. 3 штуки. Они одинаковые, с одинаковой вязкой. Все абсолютно идентичное. И они будут очень классно смотреться как на сумке. У меня, кстати, есть на сумке один из моих брелков. Сейчас покажу. У меня на сумке вот такой брелок. Но я думаю, что я сделаю еще один, и он будет такой в единичном экземпляре. Такой эксклюзив, знаете ли. На сумке смотрится очень даже симпатично. И сразу можно заметить свою сумку издалека. А это важно. Далее у меня есть уже на другом карабине, на более массивном квадратном карабине. У него немножко другая вязка, и он менее объемный. Плюс такого брелка в том, что на него можно еще вот здесь какие-то свои брелочки навесить. Может быть, что-нибудь из бусин или еще что-то. В общем, кастомизировать еще дополнительно под себя. Ну, естественно, повесить на ключи и сразу знать, где твои ключи. Будет удобно носить вот так. Но это не все. Следующий брелок пока еще не доделан, но он будет выглядеть вот так. Как видите, я просто еще не прикрепила цветочки. В сердцевинах будут бусинки, и мне кажется, что это вещь. Вот этот брелок один из моих любимых, наверное. Также у меня есть еще 4 разных цветочка. Я пока не до конца знаю, что конкретно с ними делать, но с ними что-то будет. Есть несколько вариантов. Первый вариант, что я сделаю с этими цветочками, это прикреплю на брелки. Мне кажется, прикольно. Второй вариант, как можно использовать эти цветы, это сделать вот такой брелок. Но вот такой мне как-то как будто бы меньше нравится. То есть если делать вот такой, то нужна тогда основа, и тогда будет гораздо как-то симпатичнее, целостнее. И третий вариант — сделать их на веревочку, ну, как-то вот так. И тогда тоже получается покучнее, посимпатичнее. Но с этим я пока думаю. Но цветочки я буду использовать 100%, особенно, ну, вы посмотрите. Ну, посмотрите, какая лепота. Симпатяга такая. Я вообще жду не дождусь. Мне очень нравятся эти брелки. Если бы была моя воля, я бы все себе оставила. Я делаю для вас. Мы будем друг друга узнавать издалека. И будем друг другу подмигивать на улицах. Вот так. Такие вот брелки. Пойду сегодня гулять с Аленчиком. Будем рассматривать Сину в очередной раз. Разговаривать. Потом, наверное, зайдем к ней. Поговорим о чем-нибудь еще. День сегодня должен быть хорошим. В целом, думаю, что он таким и будет. Не устану повторять. Занимайтесь тем, что вам нравится. И тогда вы будете самыми счастливыми людьми. Ей-богу. Пока вы делаете все то, что вам не приносит удовольствия, вы сами себя изводите этим. Я вот, когда делала эти брелки, я писалась кипятком каждый раз, когда их доделывала. Да и когда делала тоже. Поэтому, друзья, изучайте себя, думайте о том, что вам нравится. Ищите то, что вам нравится, если вы вдруг все еще не нашли. И будет вам счастье, ёшки-матрёшки. Пуся! Чего? А? Папа, нет. Я этого не делал. Честно, это не я. Ну не хочешь, как хочешь. Не я. Не я. Ну это уж слишком. Все знают, что вы были подозреваемым. Все? Это кто? Ну, я так сразу и не вспомнил. Вот это да! 2 психа. Расселись тут, как у себя дома. Старший детектив отдела тяжких преступлений допрашивает свидетеля. Какая честь. Вы уже дали свидетельские показания. Ой. Хочу ничего читать.